Привет, меня зовут Ася, это программа «Вопрос или действие», и сегодня я играю с Дашей. Очень просты, у нас есть вопрос, у нас есть действие. Если человек отвечает правильно на вопрос, то он обязан дать действие. И да, можем начинать. Раз, два, три. Раз, два, три. Опа. Какой узел нельзя развязать? Тугой? Морской? Вообще-то же железнодорог. Это еще действие дать. Господи, хоть бы не сметана. Изобразить на лице 7 разных эмоций. Фух. А какие? Где ты тащишь? Я сразу буду действовать. Выпуск. Перевязать голову бинтом. Еще все время так сидеть? А тебе хватит времени, чтобы... Ты можешь покрутиться. Конечно. Место хватит. А нет, не хватит микрофон. 3 минуты была красивая фраза. Красота на 3 минуты. Нортовая! А как там дальше делается? Я и так курс не заканчивала. Лица, спасибо. Ну потом это типа, сейчас еще под голову. Во, можно так и ставить. Знаешь, какой узел нельзя развязать? Это просто не логика, просто не логика. Я тащу вопрос, я надеюсь, что мне подфартит. Где край света? На краю. На краю. Где край света? На краю. А? Там, где кончается тень. Там, где кончается тень. По мне видно, да, что я знала ответ? Слишком сложно. Слишком быстро играем. Сделай так, чтобы твой собеседник не смеялся. Изи. Очень сложно не рассмешить меня. Я чуть-чуть у тебя прямо в глаз не тыкаю. Волосы или бинт? Волосы, да? Профессиональная стрижка от Таси. Телефон 800-912-345-7. На какой вопрос нельзя ответить нет? Без ответа. Нет. О боже. О господи, в течение 30 секунд изображает самолет на звезд. Какой звук? Уи. Уважаемые пассажиры, наш самолет вынужден сделать вынужденную посадку. Уважаемые пассажиры, наш самолет взлетает. Просьба всех застегнуть ремни. Мы входим в зону турбулентности. Мы взлетаем! Ну, наш самолет взлетает. Какая турбулентность при взлете? Эстонская. Давай возьмем стоп действие, чтобы, если что... Мне осталось самое ужасное. Стоп наверняка. Сделать микрофон и прогноз по голосу на следующий день. Музыку сделай, пожалуйста. Бит. Давай. Завтра, короче, будет очень солнечно, но будет ветер. И да. Рэп, ты вопрос. Когда сеть может вытянуть воду? Кто придумал вопрос? Когда, короче, вода замерзла? Сама догадалась! Мне еще
еще домой идти. Нарисовать себе усы и сидеть с ними до конца программы. Начинаем? Давай. У тебя руки дрожат. Усы. Почему они из носа? Какой рукой лучше размешивать чай? Ложкой. Правой. Которая ложка? Да. Так ложка еще! Типа счастливая рука. Типа, ну посмотри на меня. У меня точно не счастливая рука. Укусить себя за локоть. Кусай. Гонку выбить чиксы, танцую. Скоро знает, с кем он тусует. Есть, там есть. Там везде все есть. Как найти прошлогодний снег? А, ну смотрите, если это 31 декабря, и я проснулась 1 января, то я нахожу прошлогодний снег. Правильно? Правильно? Да! Чем оканчивается день и ночь? Я не там по два осталось. Я знаю, это произнеси свое имя, за мной берет Ашат. Ашат? Я часто так делаю. Это как? Мы меняем первое имя на фамилию. Бадьяна Тельский. Я вытащила действие. Внимание. Достать ртом конфеты из блюдца, но при этом в ней будет мука. В ней-то в конфете или в блюдце? Я потом съем. Оставь мне. Я шучу. Я шучу. Да. Я воздержусь. Я ее почему не трогала. Но это перевешь рот в мутке. Не пачкаю футболку, да! Так, нет. Стой, салфеточку повесил. Нет. Да нет. Дуй на него. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, Даня, что ты пришла. И всем пока.